В нашем городе очень много событий именно летом, и одно из них – праздник Коллинз. Именно так мы называем то, что происходит сегодня, и мы избраны, мы та часть аудитории, которой повезло. Мы сегодня, как вы понимаете, даже в закрытом режиме. И мы хотели бы, чтобы вы провели это время активно, с интересом, поскольку праздник – это атмосфера, это эмоции, это угощение и, безусловно, подарки. Ну и прежде чем вы ознакомитесь с нашей замечательной, условно говоря, полосой испытаний, я хотел бы пригласить сюда, если наши коллеги уже здесь, тех, кто выступит на ближайшие 15-20 минут для вас гидом в этот удивительный мир Коллинз. Прежде всего, региональный менеджер Коллинз Татьяна Герасимович. HR-менеджер Коллинз Александра Чигирович. Огромное спасибо за то, что позволили свою уникальную площадку превратить на время в наш замечательный квест. Как вы знаете, джинсы – это наша фишка. Поэтому для того, чтобы джинсы было максимально удобно выбирать, на специальных демонстрационных манекенах наши покупатели могут видеть все основные модели женских и мужских джинсов нового сезона. Это заметно отличает данный концерт магазина от всех остальных. Хочу сказать, что в мире таких магазинов всего 4. 2 в Москве, 1 в Украине, 1 в Стамбуле. Поэтому для нас это большая гордость, что мы открыли подобный магазин в Минске. Я думаю, что он будет максимально удобен, и это будет очень эффективно для продаж. Что еще рассказать? Это на самом деле ошибка, если многие думают, что мы продаем только джинсы и футболки. На самом деле у нас очень широкий ассортиментный ряд. Мы продаем также изделия верхней группы, куртки, рубашки, блузки. Также у нас большое количество в магазине базовых моделей, вы можете увидеть их в центре зала. Это поло, футболки, базовые модели джинсов для любителей классики. Поэтому мы можем точно сказать, что мы найдем любого покупателя, можем подобрать одежду для любого покупателя, самого взыскательного. Также у нас очень комфортные, удобные примерочные, светлые, с большим количеством зеркал. То есть вы можете разглядеть себя со всех сторон, выбирая определенные модели. Могу ответить на любые вопросы, если вас что-то еще заинтересует. Мы можем пройти по магазину, оценить все темы, представленные в зале, начиная от классики, также этно-модели в этно-стиле, и также для любителей минимализма и классики у нас тоже есть отдельные модели. Мы рады вас приветствовать. От лица представителя HR-отдела я хочу поприветствовать всех в нашем замечательном, новом, красивом и светлом магазине. Мы рады видеть каждого клиента. Еще больше радуемся, когда каждый клиент становится нашим постоянным покупателем. И для этого мы делаем все возможное. Как уже Татьяна рассказала, для этого мы создаем прекрасные магазины с очень удобной навигацией, удобными примерочными. У нас очень качественная продукция, которую мы вам расскажем в течение нашего сегодняшнего дня, пока будем прогуливаться по магазину, знакомиться с моделями. Ну а самое главное – это наша команда, команда победителей, которые создают счастливую атмосферу для наших покупателей в наших магазинах. Спасибо вам большое за то, что сегодня в этот день вы с нами. Друзья, нам мне приятно, что вот за этими суровыми словами HR и Merchandiser скрываются вот такие замечательные, утонченные, стильные. На самом деле, нам уже комфортно. Господа, вам комфортно здесь? Вы должны это оценить. Татьяна, вы чуть-чуть забежали вперед и уже, наверное, хотели спровоцировать здесь пресс-конференцию. Это одно из испытаний, и мы наших коллег на это еще настроим. Но поскольку мы уже готовы начинать, и первое испытание в нашем проекте будет называться «Коллинз Лук», я объясню, что это. Мы дадим еще несколько минут все-таки для ознакомления, чтобы вы могли точечно представить. Или коллегам все понятно? Отчасти Александра и Татьяна – гиды, поэтому у вас могут быть сейчас просто вопросы, касающиеся, где сориентироваться, да. Ведь здесь отдельные зоны, и вот мы можем дать 5-7 минут для того, чтобы вы просто сориентировались по зонам и задали вопросы, именно касающиеся пока локаций. Хорошо? И через 5 минут мы начнем наш первый уровень испытания, который называется «Коллинз Лук». Я расскажу, что это через несколько минут, когда вы уже почувствуете себя на этой площадке не хозяевами, но частью команды. А команда у вас действительно замечательная. Ребята, это вам аплодисменты, потому что вы такое ощущение, что есть специальное место, где рождается команда «Коллинз». Конечно, конечно. В сердцах.
5 минут для личного знакомства, и мы начнем. Поэтому, если есть вопросы по локациям, прошу. Джентльмены нас поддержат наверняка музыкальным сопровождением. И через 5 минут мы собираемся здесь же для того, чтобы начать первое испытание Collins Look. Как правило, особенно к началу учебного года к нам поступает очень много классических моделей, поэтому в университет, на работу, в школу мы всегда можем выбрать идеальный образ для нашего покупателя, своего потребителя обязательно. И вы подчеркнете свой стиль, свою индивидуальность, и, конечно же, получите 5 от комфорта. Хорошо знают ассортимент, знают, как производится, знают составы, поэтому в любой момент вам могут оказать квалифицированную консультацию и помочь подобрать именно ваш индивидуальный образ. Мы можем также с вами посмотреть несколько моделей джинсов. Есть такое желание? А что касается девушек, вот и они. Поэтому мы предлагаем вам, поскольку прозвучало, что джинсы – это сакрально для Collins, поучаствовать в проекте «Выбери себе свою модель». Collins Look, найди, примерь и, безусловно, скажи, что это идеально. Нам будут помогать наши, в хорошем смысле, Collins-стилисты. Татьяна, Александра, у нас на это 20 минут. Есть примерочные для леди, примерочные для джентльменов. Джинсы – это джинсовый экшен. Найдите идеальную для себя модель, и Collins – это то, что нам подходит. Вы найдете себе сегодня то, что вам подойдет. 20 минут, не стесняйтесь, не ставьте себя в рамки эмоций. И помните, это первое испытание, одно из трех. Мы за вами приглядываем. Для того, чтобы получить тот самый сакральный подарок, друзья, придется чуть-чуть применить весь свой внутренний резерв. Итак, я прошу стилистов и помощников для наших очаровательных леди направиться к стенду, к стеллажам, где находятся женские модели. Ну а всем тем, кто готов сегодня, ребята, сменить свои достаточно дорогие джинсы на брутальные джинсы Collins, помогут наши джентльмены, которые будут проводниками в мир Collins. 20 минут у нас для того, чтобы перевоплотиться, почувствовать, что Collins – это ваша вторая кожа, и оказаться на нашей площадке. Удачи, настроения, позитива. Не торопитесь, времени достаточно для того, чтобы вы влюбились в Collins. И, кстати, ваши персональные селфи приветствуются, потому что это пригодится для нашего следующего испытания. Прошу всех, кто уже счастлив с Collins. Огромная просьба. То, что мы планировали выделить в отдельную опцию как испытание, вот мы на самом деле сломали голову. Как это может быть испытанием, если мы не можем контролировать ваши эмоции, когда вы сами себя фотографируете? Поэтому продолжайте это делать. Если у вас разряжаются ваши гаджеты, мы их подзарядим. Энергии Collins хватает на все гаджеты. У нас для этого есть предложение. Фотобудка. Там вы фотографируете. Сейчас вы получаете их на бумажных носителях, но, как вы понимаете, фиксируются все ваши электронные адреса при желании. И уже маэстро сделает вам подарок ближе к вечеру, где вы сможете получить на электронную почту. Огромная просьба. Дальше, это следующий этап, это социальная сеть. Не потому, что ее нужно встряхнуть, потому что нужно людей оповестить. Мы придумали хэштег. Хэштег, который вы постепенно, сегодня, завтра, в любое удобное для вас время, получив фотографии, свои фотографии из своей камеры, фотографии из нашего пресс-мола, вот с этими картинками, табличками. Хэштег называется «Collins – это то, что нам…» или просто «Collins – то, что нам подходит». В одно слово. «Collins – то, что нам подходит». Хэштег «Collins – то, что нам подходит». Слышали на слух, я, Таисия, Владимир, мы вам подскажем. Да любой менеджер, потому что, ребята, это слоган компании. Хэштег Collins – то, что нам подходит. Это еще раз, это не дешевый пиар. Хотел бы, чтобы относились именно так к этому. Это поделиться радостью. Потому что я вижу по улыбкам и эмоциям. Посмотрите, как улыбаются даже сотрудники компании. Находиться среди красивых вещей – это, наверное, огромное счастье. Ну согласитесь, Саша, вам же нравится. Вам нравится быть среди красивых вещей. Это я сейчас не о парнях. Но находиться среди красивых парней – это тоже.
И, кстати, я знаю, что у Коллинз есть одна такая народная мудрость. Мужчина, который считает, что у женщин должна быть только одна пара джинс, подлежит четвертованию. Поэтому вернитесь домой, посмотрите на те залежи непонятных брендов, которые вы приобрели раньше, и отдайте их детям, соседским детям. Это фраза из юмора FM. Вряд ли они возьмут ее в рейтинг. Прошу, друзья, хотелось бы вас увидеть. Я вообще не провоцирую участвовать в этом проекте. Но вот видите, не одна пара. Друзья, поближе, потому что то, что вы сейчас видите за моей спиной, это наши коллеги. И на фоне того, что многие привыкли к работе диджея, к работе громких кавер-бендов, здесь два замечательно уникальных музыканта. Вот это огромное количество примочек. Ну, это необходимая вещь в работе. Как вы понимали, они вдвоем создавали оркестровку. Оркестровку того, что многие воспринимают как студийные хитрости. Отчасти, наверное, так и есть. Ребят, я хочу, чтобы вы сами представились. Не из моих уст это прозвучало. У вас такие красивые. Вот, кстати, часть имен уже здесь зафиксирована. Фил. Нет, Фил. Фил и Пол. Пол Фила. Фил Пол. Фил Поллинз, отлично. Друзья, вас не видно, многие, вы не стесняйтесь. Я почему мотивирую? Дело в том, что ребята эстеты. Они сейчас ищут вокалистку в группу, поэтому, возможно, по имиджу Поллинз кто-то подойдет. Ну, а если серьезно, напомню, наш проект фото продолжается, не стесняйтесь. Если вы не в состоянии сделать шикарный селфи, я сам это сделаю на ваш фотоаппарат. Каждый из вас может сейчас стать отчасти фронт-леди, либо фронтменом этой компании, ребята не возражают. Все очень просто. Володь, мы на вас продемонстрируем. Владимир, человек, который мечтал на себя примерить Коллинз, но пока стесняется, потому что работает. Володь, итак, примерно, доставай, мы на тебе продемонстрируем. Здесь четверостишие. Кто прочтет эту фразу под музыку, и ребята запишут трек, и после того, как мы все закончим пресс-конференцию, вы услышите то, что вы спели для Коллинз. Вот, меня послушал. Я как раз и выбрал тебя как смелого человека. Поэтому давай мы это сделаем впервые с тобой вместе. Мы будем говорить в этот микрофон, ребят, да? Не принципиально, да? Володь, давай бери микрофон, мы это просто продемонстрируем. У нас есть заготовки, Володя писал, но можно сделать просто так. Коллинз, одежда моей мечты. Одевая джинсы, перехожу на «ты». Ну, примерно так. Кто его знает? Это у каждого свой жанр. Ребята, поехали. Коллинз, одежда, Коллинз, мечты. Лето в дворе, Коллинз, жара, яркие краски тут. Коллинз, одежда, мои мечты. Сегодня Коллинз горит, это мне и Коллинз, одежда, мои мечты. Вы понимаете, да? Если у вас было 40 микрофонов, это был бы уникальный трек. Но то, что мы сейчас с Володей вот так вот кашей набросали, ребята разложат, по итогу получится голос Стинга. Ну а если серьезно, Стинга не получится, а получится уникальный трек. То есть, друзья, не каждый из вас может сейчас представить жизнь, что вы говорящие головы. Я говорящая голова по определению, а у вас есть шанс стать перед этой замечательной видеокамерой звездой Коллинз при сопровождении людей, глядя на которых в свое время даже Пол Маккартни крестился. Это наши друзья Фил и Пол. Ребята, вы готовы? Текстовочки у нас в нашей шляпе. Но если вы настолько уникальны, и вы же журналисты, вы просто обязаны уметь сочинять маленькие речевочки. Если у вас есть свое самовыражение по отношению к Коллинз, минутку вам даем. Ну а поскольку самые смелые рядом со мной, прошу. Для начала, ребят, Никита и... Мария. Мария, Никита, ты с сестрой. Да. Замечательно. Ребята, аплодисменты, во-первых, Никите и Марине, потому что они смелые. Вам идеально, во-первых, подходят выбранные вами джинсы. Прошу. Мы вручаем вам микрофоны. Выбирайте манеру подачи материала. Не факт, что это должен быть хип-хоп. Возможно, это будет, ну, голос кого-то из наших хорошо понятных и известных исполнителей. Ну, допустим, Стас. Ну, если здесь кто-то любит Стаса. Прошу. При этом на
напомню, авторский материал тоже приветствуется. И аплодисменты. Никита, я понял, ваша проблема в том, что вы работаете на мероприятиях под фонограмму. Никита, чуть поближе микрофон. Вы же видели, как делают поколение ваших хип-хоперов-рэперов, они? Нет, вот это уже можно потише, потому что сейчас Никита... Негигиенично, я понимаю, что негигиенично порой подносить очень близко микрофон, но, ребята, все, что происходит в Коллинз, стерильно. А во-вторых, бактерии Коллинз, это правильные бактерии. Никита, работаем, дубль 2, вам аплодирует компания. Ребята, аплодисменты должны звучать в данный момент от сотрудников, от персонала, от команды, потому что мы с вами на одном поле. Никитон, новый Коллинз рэпер. Единственная девушка, которая выступает в стиле рэп, хип-хоп, холлер стайл, Леди Мэри. Очень близко. Премьера, и мы продолжаем. Среди тех, кто может продолжить, я по глазам вижу только тех, кто умеет юморить на FM-волнах. Дуэт Юмор FM в проекте I Love You, Коллинз. Давайте мы будем представлять вас, потому что, ну, давайте представлять совсем. Несмотря на то, что вы одно сообщество, многие не узнают. Прошу. Микрофончик поближе, работаем. А что петь? Ну, как минимум, я вам дал строчку. Где? Вот эта строчка. Я люблю Коллинз. На всех языках мира, которые вы знаете. I love you, Коллинз. Коллинз is my dream. Коллинз is my life. Коллинз is my style. Коллинз, так зовут моего мужа. Yes. Кстати, фразу с мужем вычеркиваете, потому что вы не ее перепишете. Поехали. Я люблю Коллинз. I love you, Коллинз. Вы понимаете, тот прием, который однажды использовала сама небезызвестная Шер, с успехом вами превращен в апгрейд. Аплодисменты. Продолжаем. Надо добавить какого-то мужского брутального звучания, потому что у девушек получается все очень здорово. Что касается... А где парни, которые примерили джинсы и уже ускользнули? Кто бы мог подумать, что парни-журналисты ускользнули в джинсах Коллинз. Да, я не могу вас оставить в стороне. А, вы снимаете, согласен. Инна. Инна, у нас с тобой огромный опыт исполнения хип-хоп-версий мировых хитов. Помнишь, мы даже пели с тобой гимн Болгарии, поэтому давай. Дорогие друзья, Инна Василенко. И она хотела сказать, что она не готовилась к этому проекту. Все, посмотрите, идеально. Головной убор, очки, женская куртка и масса впечатлений после Норвегии. Инна, фраза может быть. Ознакомься. Но можешь выразить в таком легком фристайле свое отношение к Коллинз. Я искала на этих полках любимые джинсы, нашла. И теперь хочу сказать вам всем, я остаюсь в этом магазине резидентом навсегда. Это будет посольство Коллинз. Дайте мне визу. Инна Василенко. Солнце на улице, лето на дворе. Люди целуются, радуются все. Яркие краски тут, а не во сне. Сегодня Коллинз дарит это мне и тебе. Инна Василенко.
половинка еще не созданного дуэта Collins Hip Hop Music. Продолжаем. Я нашел мужское начало. Ребята, кто бы мог подумать, что вы до сих пор висите на ласковом мае. Пора менять подход к музыке. Времена изменились. Ну что, если парни пока комплексуют, согласен. Леди, я приглашаю вас. Ну, во-первых, красота, обаяние. Ну, а во-вторых, золото, бриллианты. Это имею в виду, конечно, ваш аксессуар на правой руке. А что у вас там? Золото, бриллианты. Надеюсь, вы упали и споткнулись не Коллинз? Вы знаете, что после Коллинз рассасываются швы, зарастают раны. Рука будет болевые гораздо... ранения. Рука будет гораздо крепче. Итак, леди и джентльмены, ваш выбор, либо это будет фристайл. Как журналист, фристайл, вы готовы? Посмотрите, какая я красивая. В этих джинсах намного красивее. Я куплю их сама, не завидуйте. Но этого размера больше нет. Что делать? Читаем под аплодисменты нашей замечательной аудитории. Солнце на улице, лето на дворе. Люди целуются, радуются все. Яркие краски тут, а не во сне. Сегодня Коля сдарит мне и тебе. Еще добавим пару фраз. Если бы вы выбирали джинсы, то... Коллинз. Если бы вы выбирали джинсы, то... Коллинз. Если бы вы выбирали мужчину по имени... Only Коллинз. Мечты сбываются. Кстати, не все знают, кто вы. Что надо делать? Представляться? А, меня зовут Алина. Здравствуйте. Ура! Алина, огромное спасибо. Спасибо. Не снимайте Коллинз. Вам очень комфортно. Спасибо. Будем продолжать. Кто готов сейчас? Ребята, у нас начинается батл. Давайте начнем сразу с представления, чтобы мы могли войти в историю Коллинз. Меня зовут Наталья, я тоже люблю Коллинз! Натали, это будет фристайл, либо вам нужна подсказка. Ну, можно без подсказки. Ребята, это будет, наверное, не... больше не складуха, чем... Нам не столь важна рифма, сколь важно отношение к Коллинз. К тому же, если вдуматься, подсказки везде. 69,90 – цена моей мечты. Я хотела бы получить скидку, но для этого нужно прийти завтра, будет 15%. Дамы и господа, в хип-хопе Натали. Музыка. Я не просто искала джинсы Коллинз, я их нашла. Не одни, одни на мне, свой еще лежат там. Я хочу еще несколько купить джинсов Коллинз. Еще раз рубашку Коллинз, майку Коллинз. Ой, еще раз Коллинз, и прямо другого слова на ум не приходит, кроме Коллинз. Я ступаю мужской вокал, Наташа. Мы обращаемся к руководству компании Коллинз. Отшивайте новую одежду как можно быстрее. Наталья, вынесите из магазина все эти единицы. Мы будем плакать. Что же будут люди делать завтра? Наталья! Буду радоваться за меня, не только радоваться, но и завидоваться, потому что я Коллинз! Друзья, я прошу верить в то, что сейчас прозвучало, потому что Натали сказала правду, как истинная комсомолка. Комсомольская правда, Натали! Спасибо! Натали, мы предлагаем, чтобы все сотрудники «Комсомольской правды» имели как минимум резервный комплект одежды и важно, чтобы это был Коллинз. Ну что, друзья, похоже, в нашей импровизированной, кстати, мы не планировали конкурса, но пока Натали лидирует, как бы кто готов попахтиться с «Комсомольской правдой»? Если есть здесь «Нью-Йорк Таймс», выходите. Аргументы говорят, конечно, «Комсомольская правда» для нас аргумент, но не факт, что они лучше. Аргументы и факты. Батл с «Комсомольской правдой». Аргументы и факты? Спасибо, ребята, вы признали. «Комсомолка» и «Коллинз» лучше. Получите аргументы и факты. Респект от «Комсомолки» и «Коллинз». Ну что ж, я хочу на свое усмотрение представить леди, обаяние и улыбка которой завораживает. Честно говоря, я бы хотел быть манекеном, которого она могла бы брать, наверное, то, что ей необходимо. Позвольте представить первую и единственную исполнительницу хип-хопа на импровизированной сцене Коллинз. Ребята, у нас постепенно этот проект переходит в Коллинз-пати. Эй,
Как вас зовут? Зоя. Друзья мои, Зоя. Коллинз есть одна из вольных интерпретаций перевода этого имени. Коллинз – это Зоя. Зоя Форева. Дамы и господа, хип-хоп Зоя Стайл. Аплодисменты. Категорию высшую лигу. Будьте тинейджером, дамы и господа. Хорошо. Тинейджер Зоя. Зоя, вы представляете, какое издание? Голос сердца. Это общественная организация. Голос сердца? Да. Тогда скажите это в микрофон, потому что это станет частью нашего трека. Голос сердца. Коллинз – это голос сердца. Объединяйте два этих замечательных названия, и получится супер круто. Никита, похоже, ты был единственным парнем, который вошел в историю Коллинз хип-хопа. Я думаю, что было бы неплохо пригласить кого-то из резидентов Коллинз, ну а именно кого-то из общества Шармен. Парни, ладно, мы с вами сделаем отдельную группу, которая называется Коллинз Шармен. На свое усмотрение я приглашу ту, кто самой первой выбрала удивительную джинсовку и не расстается с ней. Вы сейчас должны понимать, почему мы приспустили жалюзи. Нет, мы доверяем журналистскому сообществу, но, ребята, мне хотелось бы гоняться за вами и брать интервью. Вы забыли взять сдачу. Как вас зовут? Здравствуйте, Зоя. Зоя, вы должны понимать, что в то время, когда родились вы, первым образцом для имени Зои была Космодемьянская. Вы перешагнули уже в новую эпоху, неся это имя гордо, ну а новое поколение Зои представляет Леди Зоя. Зоя, ударим по Пинк и ударим по Адель. Давайте сделаем это круче. По Уитни Хьюстон? Ребята, Уитни Хьюстон. Вольная интерпретация Зои. Для вас голос Коллинз. Срочно разорвите контракт. Зоя, вам нравится? Очень. Честно говоря, я даю вам инсайдерскую информацию. Четыре девушки ждут, когда вы снимете и повесите эту курточку. Не делайте этого. Зои, мы продолжаем. Зои, насколько я понимаю, это ваша визави и оппонентка. Я приглашу вас. Ну, во-первых, потому что мы с вами друзья по аксессуару. Я обожаю тех людей, которые умеют смотреть на мир через красивые оправы очков и привлекать себе внимание. Как вас зовут? Меня зовут Катя. И мне в камеру говорить или бабушка? Да, Катя. Меня зовут Катя, я из радиостанции «Минская волна». Друзья мои, сейчас на «Минской волне» прокатимся все. Катя выбирает Коллинз. Коллинз выбирает Катю. Катя плюс Коллинз равна Катя в Коллинз. Коллинз плюс Катя. Коллинз. Слишком много речитатива, на самом деле. А есть слова? Можно слова? Катя. Стишу. Меня зовут Катя. Я очаровательная девушка. Да. Качусь на «Минской волне». Да. Того, чего мне не хватало до этого дня, это Коллинз. И диплом. Да. Поехали. Качнем, Катю. Давайте, давайте. Дайте шуму. Ну что ж, меня зовут Катя. И я в Коллинз. И сегодня защитила диплом и пришла в Коллинз. Я в Коллинз. И я очень надеюсь на подарок. Дарим тебе аплодисменты. Нате, Катя, поздравляем с получением диплома. Да, Коллинз любит вас. Дамы и господа, практически готово.
Так, спасибо. С диплома это не шутка. Ребята, представляете, в этот день у Кати два события. Получение диплома и участие в колледж-проекте. По итогу угадайте, что она оставит как маркер в своей истории. Диплом, когда это было. Коллинз, forever. Ну что, посмотри, что делают девушки. Посмотри, что они творят. И ты так скромно за этим... За ценой 12,90 простоишь полжизни, пора делать ставки повыше. Могу тебя сказать, здесь цена повыше, есть чему стремиться. Прошу, сделаем это вдвоем, ну что ты. Но в таком случае продолжай слушать «Слабее сердце». Слушайте, друзья мои, мы на самом деле здесь сейчас работаем в журналистской аудитории. А я приглашу, я позволю себе эту роскошь и приглашу Александру и Татьяну. Леди Коллинз! Будет обидно, если в этом треке не прозвучат ваши голоса. Встречайте, дамы и господа. Глядя на этих очаровательных девушек, распался квартет Spice Girls. Вы вовремя их развалили. Прошу. Мы стараемся. Мы рады вас всех видеть в нашем магазине. Мы дарим только счастье вместе с нашими джинсовыми изделиями. Желаем настроения, хорошего покупок. И заговариваем. С глобальной картой Коллинз вы сэкономите свои деньги на покупках новых образов. Будьте сильными, будьте любимыми, будьте счастливыми вместе с Коллинз. Отлично, сразу продолжаем. А что нужно сделать для того, чтобы получить глобальную карту Коллинз? Нужно приходить в наш магазин. Много я должен купить вещей, чтобы получить глобальную карту Коллинз. Совершить любую покупку, заполнить анкету и получить карту. И экономить с нами на всех последующих чеках и покупках вместе с Коллинз. Эта карта именная, она пожизненная, она моя. Могу ли я пополнять и дойти до размера 30% контрольного пакета акций Коллинз? Ребят, мы, поскольку все наши коллеги, кто участвовал, принимал участие в этом проекте, в принципе, признались любви в Коллинз. Татьяна, Александр, я вас мотивирую. Мы вам сказали, мы вас уже любим. Хотелось бы услышать от вас в ответ то же самое. Мы вас тоже очень любим. Спасибо, что вы все пришли. Друзья. Во-первых, огромное спасибо вам. Мы дадим нашим коллегам время. Они должны сотворить маленькое чудо. И вы поймете, что для тех, кто работает в этой индустрии, нет ничего невозможного. Они ставят задачу, и они ее выполняют. Сколько нам, ребят, понадобится время для триумфального представления нашего трека? Полчаса. Меньше. Вот видите, друзья, за полчаса они запишут целый альбом. Одно из важных условий – познакомиться. Как минимум познакомиться друг с другом, как максимум познакомиться с представителями Коллинз. Вот для этого, друзья, я и приглашу сейчас сюда Татьяну, Александру. Нет, нашел. Татьяна, Александр. Все, прошу. Прошу вас поближе, потому что сейчас это произвол. Все-таки, Эйзи, давайте, наверное, останемся здесь, потому что, ну, это правильное место. Хорошо. Да. Я бы с удовольствием пригласил сейчас сюда фронтмена вашего очаровательного дуэта и усилил эту эмоцию. Но я всего лишь человек с микрофоном, а вы имеете это право сделать по... статусу своей команды, по статусу уважения, ну и потому что вы шикарные леди, а я человек, который снес красную шапочку у девочки из сказки. Приглашайте. Мы хотим пригласить сюда нашего замечательного директора Рамазана Дегюзель. Пожалуйста, подойдите к нам. Это человек, который постоянно заботится о том, чтобы в наших магазинах было уютно каждому покупателю и обо всех других процессах. Рамазан, прошу, ваша минута счастья. Добро пожаловать, дорогие гости. Мы очень рады вас видеть на нашем открытии. Я хочу вкратце вам рассказать про Коллинз. В
Премколледж радует своих покупателей уже более 30 лет по всему миру. Начиналось все с небольшого ателье по пошиву одежды, которую открыли братья Эрогло в 1983 году. Благодаря стараниям братьев Эрогло, их преданности любимому делу и правильно построенной стратегии развития, компания обрела мировой масштаб. На сегодняшний день открыты в 42 странах. Первый магазин «Коллинз» в Республике Беларусь был открыт в 2011 году. Сегодня открытие нашего 18-го магазина в торговом центре «Данамол» – это наш флагманский магазин в новом концепте. В наших магазинах представлен широкий выбор продукции, который порадует вас своим высоким качеством и разнообразием моделей на любой вкус. Этот день для нас большой праздник, потому что «Коллинз» выросла. Благодаря команде нашего нового магазина и мы можем дарить счастье еще большему количеству наших покупателей. Еще раз, добро пожаловать в «Коллинз». Рамазан Адагузель, Татьяна Герасимович, Александр Чикин. Друзья, огромное спасибо. Рамазан, вот так должен выглядеть человек, который предлагает всем нам одеваться хорошо и красиво. Глядя на вас, мы понимаем, что вы не просто понимаете, вы чувствуете все это. Для кого уже Коллинз стал второй кожей? Вы это уже чувствуете? Не снимайте ее. А давайте пока не будем играть в эту сказку, когда стрела прилетела, помните куда. Друзья, у вас уютно, комфортно, у вас действительно, это не магазин. Это пространство, это площадка для общения, и если каждый день внимание вашего персонала будет таким же, как сейчас, вы наверняка сделаете то, чего многим пока не удалось. Сюда человек должен прийти и хотя бы уйти с надеждой, что он вернется. По разным причинам не каждый может позволить себе в такой день, потому что отношение может быть скептическое. Потом ты заходишь, видишь вот такой аксессуар и понимаешь, у меня прохудилась джинсовка «Коллинз», но она мне очень дорога. Почему бы не сделать апгрейд? Мы готовы предоставить вам даже вот такие уникальные вещички. Ну а если у кого-то есть детишки, которые слишком быстро протирают джинсы на коленках, это вообще уникальная подсказка. У нас последнее испытание, и я не случайно попросил вас расположиться возле этого произвола. Не случайно на вас смотрит камера. Не случайно. И уже Василенко предвкушает, а радио Юмор-ФМ записывает за вами ваши слова. Но авторские права там не нарушаются. Мы проведем пресс-конференцию. Ну, скажем так, если бы это была действительно пресс-конференция, с огромным количеством людей, мы бы, наверное, это делали на трибуне. Но маленькая проведенная конференция, потому что это представители сообщества людей, напомню, они формируют представление и мнение. Их мнение важно. Многие сейчас называют коллег, наверное, блогерами отчасти, да? Но это нормальное слово, вы же знаете. Не обидно. Итак, пресс-конференция. Вы готовы? Конечно. Я думаю, что после того, что состоялось на нашей импровизированной музыкальной сцене, вы готовы ко всему. Друзья, пресс-конференция. Вопрос, который вы хотели бы задать, идя сюда. Вопрос, который у вас поменялся на другой вопрос, когда вы примерили. И вопрос, который, возможно, сейчас уже у вас возник, когда вы, как вы сами сказали, вторая кожа. Коллинз. Готовы? Микрофон я отдаю в журналистское сообщество, и если не возражаете, Зоя, я бы хотел начать именно с вас, потому что вы яркая, шикарная леди. Мой вопрос. Чуть-чуть больше размер, чтобы был. Обязательно. Размер на ряд. Это очень важно. Ну, не все ж такие стройные. Вот есть и поплотнее, поэтому чуть-чуть больше размер. Вот это вот. Спасибо очень вам важно. Большое за предложение. Мы действительно постоянно собираем потребности наших клиентов, передаем в необходимые отделы далее, и эти все вопросы поднимаются, разрабатываются, модельные ряды увеличиваются с каждой коллекции. Спасибо вам большое. Я хочу маленькую ремарку. Это Зоя сейчас побеспокоился о своем спутнике. У нее все идеально. Но поскольку у нас уже пошел, ну, скажем, такой вот флешмоб, связанный с вопросами, и имя Зоя отчасти культовое, Зоя, я думаю, что вы... Печатный карьер. Как часто обновляется ассортимент магазина? Татьяна?
ассортимент магазина обновляется постоянно, у нас новая коллекция приходит почти каждую неделю, а сезоны обновляются, соответственно, весна-лето, спринг-саммер и осень-зима-аутум-винтер. Приходит, получается, сезоны раз в два года меняются. Спасибо. Если вопрос исчерпывающий прозвучал и исчерпывающий получен ответ, все хорошо. Вопрос, который наверняка у Инны Василенко. Инна, ведь многие спросят, where ты была вчера? И ты ответишь, я была в Коллинз. И что же вы там делали, Инна? И тебе придется каким-то образом выкручиваться. Давай мы сформулируем вопрос и от Инны Василенко персонально, и от where Минск для Коллинз. Ну, я увидела очень много модных вещей, поэтому у меня сын почитатель Коллинза, ему 20 лет, это молодежь, прогрессивная. Вот, и он когда узнал, что меня пригласили на открытие магазина, попросился со мной, я говорю, нет, учеба важнее, поэтому жди скидок. И поэтому у меня такой вопрос. Максимальная скидка, которую представляет Коллинз, я знаю, что у вас проходят акции, вторая вещь, там 50%, но, может быть, вы что-то придумали еще новое? Хороший вопрос. Акции у нас разнообразные, в разные сезоны. Например, даже сейчас, несмотря на то, что коллекция весна-лето в самом разгаре, у нас уже есть скидки. Сейчас проходит акция от 20 до 40% на изделия новой коллекции. Впереди, я думаю, у нас скидки до 50% и до 70% на финальных распродажах, которые проходят летом и зимой. А как летом, когда и зимой? Ну, сроки у нас устанавливаются в разное время. Ну, ориентировочно в июле, в конце июля у нас проходит финальная распродажа в начале августа. И финальная распродажа проходит у нас в январе, в начале февраля. Сроки могут меняться. Также, помимо таких вкусных акций, у нас есть наша знаменитейшая акция «Джинсовый фестиваль», которая начинается в конце августа и длится до середины сентября с очень выгодными условиями. При покупке любых джинсов вы участвуете всегда в беспроигрышной лотерее. Эту акцию очень любят наши покупатели, поэтому я хочу привлечь к ней внимание, так как она наступит в скором времени. Коллеги, я попрошу, чтобы вы отнеслись политкорректно к этому вопросу, потому что Инна представляет уважаемое издание, как и все наши друзья, поэтому вопрос по существу, ей же нужно дальше информацию вносить. Внесем мужскую составляющую Никита. Ага, нет, Никита поет, а вопросы задает у нас. Вот как разделилось все. Василий. Василий, прошу. Здравствуйте, я представляю газету «Импульс», но это студенческая газета. А вопрос вот заключается в чем? В том, что будут ли какие-то акции для студентов? Акции, может быть, скидки? То есть вот студент приходит к вам, предоставляет студенческий... Ну да, либо зачет. Да, вот как вариант. Какие-нибудь акции будут для студентов? Это очень хорошая идея, отличное предложение. Мы обязательно об этом подумаем. Ничего подобного в Коллинз еще не было. Но это пища для размышлений. Спасибо. Василий, ваш вопрос. Ребята, я посмотрел на всех, и так, команды, и сказали, ну, слава богу. Тоже студенты. Это будет касаться тоже всех студентов, правильно? Не вы, просто не студенческие. Вот замечательная аудитория красивых, очаровательных леди, каждая из которых, ну, безусловно, выбрала что-то для себя и наверняка поступит как любящие мамы. Приведет сюда своих замечательных детей. Поэтому я даю микрофон вам, и это будет такой блиц-вопрос для подробного ответа. Мама рэпера Никиты и начальник отдела рекламы радиостанции «Юмор-ФМ». А вопрос такой. Я вижу и понимаю, что Коллинз — это номер один в джинсовой одежде, и вообще красота неописуемая даже для людей. Взрослых здесь есть много красивых вещей, не только для студентов. Ну вот я хотела бы знать, радиостанция «Юмор-ФМ» номер один в Беларуси по аудитории 12.56. Почему нет Коллинз в эфире «Юмор-ФМ»? Вопрос простой. Мы смеем предположить, что сейчас ответит, потому что мы очень серьезная компания. Нет, глядя на вас, вы умеете юморить. Ребята, это вопрос по существу. Взять на заметку. Скоро будет. Тоже возьмите, хорошо.
Друзья, мы должны быть готовы. А вы думали, что мы пригласили журналистов поучаствовать только в квесте? Никто не отменял острых вопросов. Мэри, я просто сделаю вам предложение. Вы обязаны. Вы первые вышли из примерочной. Вы первые зашли, первые вышли. Вы, вот скажем так, я для себя определяю джинсы во многом по цвету. Могу сказать, коллеги, вы согласитесь, что попадание просто вот в цвет модели, верно, да? Прошу, ваш вопрос. Коллинс, Гюзель, Дёктор Шекелар. Мне хотелось бы задать вопрос относительно, на каком языке будет вестись обслуживание в магазине Коллинс. Меня интересует моя родная мова, белорусская мова. Как будут владеть люди, которые будут помогать покупателям, так сами продавцы, обслуживание будет ли на белорусском языке? Вы знаете, это тоже очень хороший вопрос и хорошее предложение, потому как до сегодняшнего дня мы работаем в основном на русском языке и по возможности на английском языке, да, так как мы компания международная, у нас очень много иностранцев в компании. А по поводу белорусского языка, примем на заметку. Да, вы хотите? Два государственных языка. Конечно. Хотелось бы чаще слышать белорусскую мову. Дякую за пытание. Могу сказать, что, кстати, вот наши ребята, президенты Германии, не ушли, они остались, так что, ребята, хорошо. Никто из персонала уже не делал шаг в сторону. Здесь все работают легально и хорошо знают язык. Язык это очень важно, но это казус, который возможен, потому что мы же читаем прессу, там наши доносят информацию журналисты. Есть случаи, когда, безусловно, на вот такой, казалось бы, детали можно раздуть целую историю. Я обратился бы к тем, кто цитировал, пока, вернее, записывал все наши цитаты, пока, и как раз той самой рукой, которая травмирована. Как это уникально? Иметь травмированную руку и красиво, активно бегать по клавишам. Ваш вопрос. Очень модно сейчас всякие коллаборации, вроде как там H&M, например, от Тома Форда, или там Каролина Эррера когда-то выпускала с какой-то более масс-маркетовской маркой тоже свою линию. Что в этом направлении думает Коллинз? Есть ли у вас такие порывы, желания? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вообще такое желание возникает у любой масс-маркет компании, я думаю, но было бы неправильно абсолютно скопировать эту фишку компании H&M, которая это проводит каждый сезон. Могу точно сказать, что в Турции постоянно в рекламных роликах стараются снимать самых знаменитых актеров, моделей. И наши последние рекламные ролики были с участием непосредственно звезд турецкого кино, насколько я знаю, и моделей Victoria's Secret. Ну, пока, по крайней мере, мы знамениты только этим, но идея хорошая. Я думаю, что можно подкинуть данную идею нашему маркетинговый отдел в Турции и использовать. Ну а если, а почему не сделать это какую-то локальную маркетинговую компанию? Непосредственно у нас в стране. Беларусь, потому что вы видите, что сейчас белорусская это модно, белорусская мова это в тренде, все это очень популярно, почему нет? Почему можно попробовать. Почему не поработать, там, не знаю, с белорусским режиссером, с белорусскими актерами, артистами? И во всяком случае, да, с своей новой компанией. Запустить какую-то вирусную компанию, например, в социальных сетях. Все очень классно работает. И на самом деле это работает гораздо круче, чем проплаченная рекламная кампания. Я говорю сейчас это как маркетолог даже скорее. Почему нет? Подумайте об этом. Сама рекламная кампания могла бы быть на языке. Это тоже интересно. Я, кстати, готов вам предоставить вот место для татуировок. И не один я, судя по всему. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, действительно. Ну что, друзья, я задал вопрос, кто еще готов обратиться с вопросом? Если вы услышали то, что прозвучало достаточно подробно и хорошо, тогда вопрос к вам. А если у вас вопрос к представителям журналистского сообщества? Вы заметили, что при слове коллаборации никто не вздрогнул? Неделю назад при слове сублимация все посмотрели на человека, произнесшего слово, потому что не все к этому готовы. Здесь люди образованы, они действительно, вот я на самом деле прислушайтесь, потому что здесь можно быть космополитом, но при этом учитывать тенденции, происходящие в этой стране, и это на самом деле та фишечка, которая будет идентифицировать Коллинз. Итак, есть ли у вас вопросы к нам? Да,
думаю, что что касается вопросов, наши вопросы к нашим покупателям обычно задаются продавцами-консультантами, когда мы подбираем для вас идеальный образ. Мы очень рады видеть всех вас сегодня здесь. Мы благодарны вам за ваши предложения, за вопросы. Действительно, очень хорошая пища для размышлений, для развития нашей компании. Для нас самое главное, чтобы вам было здесь уютно, комфортно и нравилась наша продукция. Вот один вопрос. Скажите, вам сегодня здесь уютно? Да. Спасибо большое. Это то, к чему? Спасибо. Я хотела бы заострить ваше внимание на небольшом презенте, который мы подготовили для вас, наших гостей. Это подарочные сертификаты от Collins на сумму 50 рублей. То есть вы можете в нашем магазине выбрать любые модели на эту сумму и более. И в срок с 16 июня по 25 июня приобрести одежду по этим сертификатам. Татьяна. Позвольте экспромт. Этот вопрос не для камеры. А вы будете приходить к нам помимо скидок? Конечно. Отлично. Я позволю себе экспромт. Во-первых, замечательно выглядят сертификаты. Во-вторых, скажите, пожалуйста, вот все те, кто уже находится в изделии Collins, да. В джинсах Collins, вам нравится? Вы бы отпустили их в обычный день без покупки? А давайте мы сделаем предложение, если вы не возражаете. Рамазан. Вы не возражаете? Вот все те, кто выбрали сейчас себе джинсы мечты, аксессуар мечты, это уже может быть вашей единицей. И в качестве зачета сертификат на 50 рублей может вам помочь. И Катя сразу сказала, а я-то подумала. Нет, Катя, все по-честному, все по-честному. Друзья, здесь сертификаты, которые Collins вам предложил за победу в нашем квесте. Но мы поняли, что мы не имеем права сообщество журналистов разъединять. Напротив, очень здорово, что здесь все-все-все-все от юмора FM, как бы это смешно не прозвучало, до, ну, конечно, смешно, юмор FM, до Ваяминск. Поэтому раздадим. Рамазан, я предлагаю, каждый, кто готов получить сертификат, прямо здесь автоматически попадает еще и на пресс-лоу. Дорогие друзья, у вас есть выбор – получить его и использовать в течение определенного времени, либо прямо сегодня сделать себе потрясающий подарок, всего лишь обменяв этот сертификат на эмоцию, которая уже вас не оставляет. Как минимум, я предполагаю, что вот эту модель уже вряд ли кто-то примерит на себя. Итак, друзья, прошу, если нам дадут музыкальный фон, это будет здорово. Сертификаты из рук в руки, и после этого наш обязательный праздничный акцент, комплимент угощений. Прошу, сертификаты для тех, кто готов обменять, и для тех, кто готов прийти позже. Прошу, друзья. Александра, Татьяна, Рамазан, к вашим услугам. Спасибо большое, приятно. Не расценивайте это как рекламный флаер. Флаером отношения у вас банальные. И напомню, дорогие друзья, поскольку мы остаемся на площадке Collins, поскольку мы продолжаем пребывать в этом пространстве, напомню, фотобудка – это то, что вы еще не успели сделать. Многие из вас, ваши фотографии придут к вам по электронной почте, мы все фиксируем. Более того, хотелось бы, чтобы вы действительно отразили это в своих личных блогах, там, где это возможно. Это событие. Даже для Collins, которые привыкли к открытию магазинов 2011 года в Республике Беларусь, это событие. Мы не хотели бы называть этот магазин флагманским, хотя он, конечно, претендует на этот статус, но это первый концептуальный подход, и, видимо, с этой истории начнется апгрейд подхода. И это с нашим участием мы были первыми. Поэтому фотобудка, пресс-вол, ваши гаджеты, наши гаджеты, видеокамера, я люблю Collins и Радио FM, юмор. Друзья, прошу, если вы готовы, Рамазан. Я знаю, что по законам восточного гостеприимства и по законам гостеприимства Collins такой день не может остаться без уважительного комплимента. Я попрошу, чтобы вы отпустили эту фразу на родном языке. Это называется «Добро пожаловать на курсы». Имя Хошкин.
друзья, это был маленький урок турецкого. Более подробные уроки мы пройдем на нашей вкусной, красивой, душевной и эмоциональной площадке. Мы приглашаем вас в выездной ресторан «Коллинз». Мы можем себе сегодня позволить такое удовольствие. Мы остаемся на празднике. Мы не поднимем наши жалюзи до тех пор, пока вы не скажете: «Мы устали», а это невозможно. Прошу, друзья, нас угощают, нас приглашают. Мы живем это время красиво. Есть повод поднять бокалы. За «Коллинз», за удачный стартап концептуального магазина и за то, чтобы карьерный рост у наших коллег превосхищал их ожидания. Ну и через некоторое время наши друзья и коллеги представят нам творение рук саунд-дизайнера. Прошу, друзья!